Упражнение 5-7. Удовольствие. 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 С удовольствием. 人に何かを勧められたとき、喜んでという意味で使うフレーズです。直訳すると、楽しみにして、もしくは喜びを感じつつ、勧められたものまたはことを引き受けましょうというような意味です。С удовольствием。Хотите кофе? Спасибо, с удовольствием. Пробежимся еще раз завтра. Конечно, с удовольствием. Уходи! С удовольствием. Может быть, сюда? Да, с удовольствием. Здесь вкусно. Не за что. Не за что. Не за что. Большое спасибо. Не за что. Здоровье. Здоровье. На здоровье. 直訳は、もし健康に良ければ幸いです。主に客にご馳走を勧めるときに使う表現です。また、どういたしましての意味でも使うことがありますが、やはりもともとは健康のためになるのであればいくらでもどうぞという意味ですから、どうぞご遠慮なく、好きなだけどうぞというようなおもてなしの気持ちが強くあります。На здоровье。Спасибо。На здоровье。Можно еще один сок? Конечно, пожалуйста. На здоровье. Спасибо. Все очень-очень вкусно. Пожалуйста, кушайте на здоровье.